Проверить, пока что это 4.30, потом, если что, устранить что-то небольшие. Угу. Молоточек один. Где второй? Он как один и был, как завод такой. А, завод. Да, оно же там, видишь, место. Кольца, вот и везде. Нам не так, работающий работодатель. Есть? Скажи, да, есть. Второй? Вот он. Обязатель? Вот он. Вот его нет. Так тут даже тахограф, да, у вас стоит? Да. Ну, получается, туда нельзя было как бы. Берем пример. Значит, выпуск на линию водителя без путевого листа, либо без соответствующих отметок о прохождении техсостояния, либо медика. При счет наложения административного штрафа на водителя 2 раза по 3000 рублей, то есть за каждую отметку механик-доктор по 3000 рублей. Дальше должностные лица привлекаются 5000 рублей, механик 5000, доктор, и индивидуальный предприниматель 2 раза по 30000 рублей. Это статья 12.31 прим. 1. Это придумали не мы, это придумал кодекс, а мы придумали наш законодатель, да, в соответствии с действующим законодательством. То же самое за выпуск на линии технически неисправного транспортного средства, либо без каких-либо элементов его должной укомплектованности, это аптечки, огнетушители. Вы знаете, должны быть 2 действующие аптечки, 2 заряженных исправных огнетушителя, которые должны быть пригодны к эксплуатации, и транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения.